состояние святых Божиих церквей и соединение всех. Господа, Отец, помяни то,
святого славного и всекрайного апостола, евангелиста Матфея, да даст тебе глагол благовествующему силою многою в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Премудрость проси, услышим святаго Евангелия. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков, Господина Высокопреосвященнейшего Аркадия, архиепископа Видеопольского, и Господина Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, и Господина Высокопреосвященнейшего Виктора, архиепископа Арцистского, и Господина Преосвященнейшего Сергия, епископа Болградского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство Ежево Христе диаконство, весь священнический монашеский чин и притчи церковные, настоятеля, протоиерея Иоанна с братьями святого храма сего, благодетели, благоукрасители, поющих, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веку. Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Гафангела, митрополита Одесского и Измаильского, и свято-успенские патриаршие Одесские обители, священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
чего.